торжественного открытия второй выставки «Комплексный подход к благоустройству территории города» слово предоставляется заместителю мэра Москвы в правительстве Москвы Петру Павловичу Бирюкову. Всем участникам выставки я вас искренне от имени мэра Москвы Сергея Семеновича Советы приветствую на очередной выставке благоустройства. Я очень-очень признателен всем предприятиям и организациям, которые принимают участие в этой выставке. И спасибо всем участникам, кто так заинтересован и живо сегодня рассматривает те другие экспозиции. И полной надежды мы на то, что эта продукция будет вами востребована в очередной летний период, когда мы крупномасштабно займемся благоустройством наших городских улиц. Спасибо. Намного легче выступать на тематике воркаутов, потому что уже ни для кого не новость, что за это вид спорта. Для тех, кто еще не в курсе, попозже я расскажу. Многие уже знают, что это самое быстро развивающееся направление не только в Москве, не только в России, но и по всему миру. Когда молодые люди, используя старые добрые турники и брусья, шведские стенки, выполняют различные элементы спортивные, ну, грубо говоря, в шаговой доступности, в парках, во дворах, организуются в определенные группы, проводят соревнования, фестивали. Конечно, строительство таких спортивных объектов – это однозначно тема благоустройства. А благоустройство – это что у нас? Создание комфортных условий для проживания граждан. Но если задуматься, то помимо создания комфортных условий для проживания граждан, мы здесь видим и вопрос здравоохранения. Это когда ребята крепнут изо дня в день, тренируясь на таких спортивных объектах. Это и социальный вопрос, когда ребята становятся занятыми. Это определенный досуг для молодежи. Это хороший спортивный досуг. Люди, которые тренируются на спортивных площадках в шаговой доступности, никогда не станут наркоманами, преступниками. У них есть увлечение, у них есть досуг. И создавая такую инфраструктуру, мы ребят подталкиваем к этому направлению. Это находится у них в шаговой доступности. Они могут в любой момент выйти и потренироваться в парк. На таких площадках присутствует здоровый азарт. Ребята соревнуются силой между собой, демонстрируют эту силу. Это неплохо, это хорошо. За плечами у нас 2012 год, где была проведена очень колоссальная большая работа правительства по созданию такой инфраструктуры. Было благоустроено порядка 30 крупных парков города Москвы, где были созданы такие инфраструктурные объекты. На таких площадках проводятся фестивали различные, тренировки выходных дней. Была проделана большая работа и большое количество площадок построено, но все равно это точечный характер. Некоторому спортсмену приходится 2 часа тратить для того, чтобы доехать до такой спортивной площадки, например, в парк Горького. А кому-то можно просто выйти во двор и потренироваться. То есть у нас, к сожалению, пока нету системы. Тинау – это новый округ Москвы, где возможно построить с нуля хорошую грамотную систему. Согласовав ее с молодежью, согласовав ее с местными жителями, которые не настолько прихотливы, как москвичи. В то время как в Тинау наверняка будет это все воспринято немножко хлебом и солью, как говорится. И есть пространство, где поработать, не такая стесненность. И что еще можно сказать, есть для кого это строить. То есть мы по сети отслеживаем, у нас достаточное количество ребят с этого округа тренируются, они приезжают в Москву на соревнования, на фестивали, достаточно активные ребята. Ну то есть ради кого строить, есть ради кого создавать эту инфраструктуру. Ну вы видите наглядно, да, что все ребята крепкие, 13 и выше. Уже имеют накачанный торс, а что значит? В здоровом теле здоровый дух. Но если коротко, то могу так сказать. Спасибо.